Ух, холодно сегодня, но это неспроста, потому что день сегодня солнечный, и в Мамадыше будет проходить солнечный праздник Sunnyfest. Это фестиваль креативных санок, где примут участие 39 самодельных санок и скатятся вот с этой вот горки. Судьи будут определять победителей по четырем номинациям. Это скорость, дальность спуска, креативность, приз зрительских симпатий и, конечно же, гран-при. Хэрбет Лебунахлар, уважаемые гости, дамы и господа, мадамы, месье, леди, джентльмены. Хэрликен, добрый день, салям алейкум, рахматулла, баракату, исэммасэн. Здравствуйте, мы начинаем! Гостеприимные мамадышцы угощали гостей разнообразными вкусностями. В музее санок были представлены уникальные экспонаты. Продолжение следует.
Каждый экспонат был интересен по-своему. Каждое скатывание с горы вызывало у зрителей шумный восторг. Ну, а эта команда «Ну, погоди» из Мамадыша поделила гран-при с нижнекамской командой «Небесные братья», выступающие от соборной мечети Нижнекамска. Давай, давай, сюда иди! Настрис! Погоди! Thank you.
Ну что, заяц? Ну что, волк? Погнали! Погнали! Почему никто не аплодирует? Почему тишина? Ну а это главный пилот самолета. Я, кстати, не пилот по возрасту и по медкомиссии не прошел. Ну тогда главный техник, угадал? Да, что-то такое, что-то ну, такое. Скажем так, командир штаба, что ли. Вот это вот самолет. При изготовлении данного макета были соблюдены все пропорции по возможности вот с этого прототипа. Кстати, немецкий самолет подвергся атаке, даже не выходя на трассу, видите уже. Вон осколки. Продолжает разваливаться. Выполняет свою функцию, да, побежденного. Нижнекамский район! Воздушный бой! Где у меня Нижнекамцы? Где Нижнекамский район? Молодцы! Вот, молодец, она не боится, что она потом будет, она кричит, визжит на морозе, умница, настоящая болельщица. Итак, микрофон. Мы представляем соборную мечеть Нижнекамска. Вот, многие скажут, о, как так? Наш хазрат, Салих Хазрат Ибрагимов, Хашимам, просил передать такие слова. Вот мы с вами здесь шутим и веселимся, потому что наши деды и прадеды били врага в Великой Отечественной войне, не на шутку. И мы посвящаем наш проезд, наши сани 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Здесь, конечно, много шутят, и, казалось бы, не то место, чтобы сказать, друзья, шутки шутками. Давайте вспомним наших дедов и прадедов. Давайте, кто как может, помолимся и скажем, я Раббам Аллах. Вы знаем, я Бибам Аллах Розна, Афуитер, Жельнат Мейцанида. Аминь. Ну, что касается саней, переходим к команде по машинам. Вы посмотрите, это не просто сани, и это не выступление просто. Это напоминание всем нам. Шумакура Хармадабанаклар, Лучавый Салют встречаете. И вам большое спасибо за напоминание. Ну а этих ребят не пропустили, потому что у них санки железные. По правилам они не прошли.